Инстардинг представляет лучшие цитаты Джорджа Бернарда Шоу. Джордж Бернард Шоу – единственный человек, удостоенный и Нобелевской премии в области литературы, и премии «Оскар». Выдающийся критик своего времени и самый прославленный после Шекспира драматург, писавший на английском языке. Он, как никто другой, умел идеально сочетать юмор и глубокие наблюдения, а его меткие и точные цитаты подтверждают всю глубину его мировоззрения. О людях. Человек, как кирпич, обжигаясь, твердеет. Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не портит. Мнение родителей ничего не портит. Все портят люди. Сами. Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея. Если вы начинаете с самопожертвования ради тех, кого любите, то закончите ненавистью к тем, кому принесли себя в жертву. Ты должен осознать, что люди имеют право мыслить не так, как мыслишь ты, и не делать того, чего ты от них ожидаешь. Они, вероятно, любят тебя, но их любовь может проявляться не так, как ты хочешь. Идеальная любовь возможна только по переписке. Женщины, любите мужчин. Им очень нужна ваша любовь. Даже если они в этом никогда не признаются. За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила и любила по-настоящему. Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я никогда, то по статистике мы оба бьем свою жену через день. Если человек решил убить тигра, это зовется охотой. А если тигр решил убить человека, это зовется кровожадностью. 2% людей думает. 3% думает, что они думают. А 95% людей лучше умрут, чем будут думать. Я давно понял, что не стоит бороться со свиньями. Можно испачкаться и к тому же доставить им удовольствие. Чем старше и мудрее человек, тем меньше ему хочется выяснять отношения. Хочется просто встать, пожелать всего хорошего и уйти. Мой способ шутить – это говорить правду. Правда – это самая смешная шутка на свете. Ненависть – это месть труса за испытанный им страх. Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боится свободы. Вор – не тот, кто крадет, а тот, кого поймали. Научился говорить – значит вырос. Научился молчать – значит поумнел. Молчание – самое совершенное выражение презрения. Перед тем, как излить душу, убедитесь, что сосуд не протекает. Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет. Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду соответствовать. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного — научиться жить на земле, как люди. Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его. Об успехе. Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то, что получили. Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. Моя слава росла с каждой моей неудачей. Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок. Секрет успеха в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа людей. Люди всегда сваливают вину на силу случайных обстоятельств. Я не верю в силу случайных обстоятельств.
В этом мире успеха добиваются те, которые ищут нужные им обстоятельства, а если не находят, то создают их. Жизнь, в которой сделано много ошибок, не только более благородна, но и более полезна, чем жизнь, в которой не сделано ничего. Воображение – это начало создания. Вы воображаете то, что хотите. Вы желаете то, что воображаете, и, наконец, вы создаете то, что желаете. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся ими, то у каждого из нас будет по две идеи. Самое важное – это навести порядок в душе. Соблюдаем три «не». Не жалуемся, не обвиняем, не оправдываемся. И никогда не поздно уйти из толпы. Следуйте за своей мечтой. Двигайтесь к своей цели. Джордж Бернард Шоу.